Не секрет, что после медийного скандала и судебных тяжб с семьей Алексея Баталова осужденная Наталья Дрожина перенесла инфаркт. Лицо парализовало, речь отнялась, мало того, теперь актриса не может нормально питаться. Ее состояние вызывает серьезное опасение, поскольку теперь Дрожина весит всего 41 килограмм. Кроме того, жена Михаила Цывина страдает от постоянной одышки, головокружения и быстрого утомления. Наталья Дрожина обратилась за помощью к специалистам, надеясь на скорейшее восстановление речи и жевательной функции. Однако, все попытки специалистов помочь знаменитой пациентке оказались тщетными, а последствия перенесенного инфаркта только прогрессируют. Как уже сообщалось ранее, 75-летняя Наталья Дрожина пережила инфаркт в начале октября. Некоторые эксперты считают, что причиной стал сильный стресс, вызванный скандалом вокруг наследства Алексея Баталова. Впрочем, актриса не только столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, но и оказалась в центре юридического разбирательства. Ей было назначено условное наказание в виде 4 лет за махинации и воровство со счетов Алексея Баталова, а ее мужа Михаила Цывина приговорили к 5 годам тюремного заключения.